Предыстория. Все началось с того, что когда-то я обещал записать видео по Майнкрафту. И я решил пойти не один, я написал в своем дискорд-сервере Go в Майнкрафт. И со мной, к сожалению, никто не пошел. Наверное, подумали, что у меня шиза. Но я не отчаялся и пошел искать, как установить игру на мобилку, потому что контент все-таки у меня телефонный. Поэтому я был удивлен, я установил это очень легко. Скачивайте версию 1.5, 1.4, 1.3, 1.1, любую совершенно, там, мне кажется, разницы практически нету, и это делается очень легко. Я себе установил пожилую версию и после этого просто зашел, и у меня все замечательно работает. И сразу же поменял себе лук, теперь я солидный. Жаль, что я черный, я не знаю, как так получилось, но в жизни я был белым. Вам также нужно пройти процедуру смены никнейма, я уже это сделал, а то у вас будут какие-то циферки. Я нашел прикольный сервер и на нем сейчас играю, так что в описании я оставлю айпишник, можете залетать и вместе со мной играть и строить коттеджные поселки. Ну и после этого залетаем на сервер. Вуаля, и теперь вы на сервере. Вы появляетесь в каком-то дереве. Это, если что, на тот случай, когда спрашивают, откуда берутся дети. Если что, в дереве. И перед вами есть порталы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или сколько? Вроде бы 7 порталов. Ну, гоу залетим, я не знаю, в розовый что ли. 30 человек тут у нас имеется, поэтому погнали в розовый. Как я понимаю, сейчас идет ночь. Ну или же рассвет это, или что? Что-то красное какое-то. А вы представьте, да, что я там черный и типа ночью, и меня вообще будет не видно. Это, мне кажется, идеальная маскировка. Кого? Голова игрока... Я взял свою голову. Что? Мне кажется, что с этим миром что-то не так. Я иду с головой, при этом взял свою голову в руки. Ребята, только взгляните на эту красоту квадратно-пиксельную. Вы просто чекните, какой красивый рассвет. Я забрался на самый верх практически. Сейчас еще выше заберемся и посмотрим в полной красе. Кстати говоря, я нашел солнце. Давайте разломаем солнце моей головой. Я вообще могу это... А, я не могу это сделать. Нет, ну я, конечно, знал, что строитель от меня никакой. Но построить дом под землей могу, по-моему, только я. Это будет что-то типа землянка. Хотя я хотел построить нормальный, адекватный домик. Но, в принципе, у меня адекватного никогда не бывает, поэтому я в целом и не удивлен этому. Так, давайте тогда сейчас доделаем. По идее, вылезти я смогу благодаря блокам. Но видите, в чем прикол? Мне нужно еще крафтить кирку, потому что она скоро закончится. Я не успею даже построить свою землянку до конца, и у меня кончится кирка. Буду бить тогда блоки эти своей головой. Не просто ж так мне ее дали. Я вообще, кстати говоря, не знаю, откуда она у меня. И почему именно голова? Почему там, не знаю, не тело? Почему я телом не бью? Или типа головой веселее? Голова дубовая. Это про меня, если что, кстати говоря, да. ПЛЗ, не удивляйтесь, я немножечко дурачок. Я первый раз играю в Майнкрафт, потому что я даже не знал, что здесь есть вот эта вкладочка. И здесь есть моя одежда, шлем. Тут, я не знаю, нагрудник или что это. Ноги, штаны точнее, ноги. А, ну, кстати, и ботинки тоже есть. Плюс у меня есть какие-то... Ага, стекло, бетон, гравий. У меня, короче, много всего. Кирка, лопата, чего только нет у меня... Вот, кстати говоря, кажется, да, что вот ничего такого не видно. Не, ну если сюда стекло еще поставить, то будет вообще не видно, и потом фиг найдешь эту заброшечку, точнее, земляночку. Но на самом деле, я могу вот так вот копать, 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 еще копать. И я скоро приземлюсь уже в свою земляночку, потайную, так скажем, о которой мало кто знает. Ну, только я и вы, конечно же. Если что, вы можете найти эту земляночку и раскопать ее, и тут оживить, я не знаю, что. Хотя, можно, кстати говоря, тоннель или шахту какую-нибудь здесь организовать. Вам тоже страшно так же, как и мне. Я решил проверить, насколько высоко я смогу забраться по одному блоку. Я это делал вчера, но я потратил всего около 30 блоков. Сегодня же я уже потратил 70 вроде бы. Но что-то показывает, что границы тут просто нет. Вон облака квадратные. Кстати говоря, я уже видел и рассвет, и ночь. Мне кажется, что тут буквально через секунд 10 уже будет и день. В общем, я забрался около 60 блоков, и в принципе, я как понимаю, могу расти дальше. Но я не знаю, я к облакам вообще поднимусь. Я, кстати говоря, смогу на облака забраться, как вы думаете? Что-то мне подсказывает, что это просто невозможно. Либо у меня уже все оставшиеся блоки тоже закончатся, и я не смогу это сделать. Эх,
Немножечко не повезло. Я потратил 150 блоков и сдох. Не, ну если что, знаете, это не я строил, не мое творение. Капец, я даже конца края не вижу. Хотя вон, вижу палочку, ночью было, когда я не видел ничего. Туда лучше не смотреть тоже. Там не мое творение тоже, это не я делал, если что. Но зато теперь хоть видно, где находится моя землянка. Теперь явно никто не потеряется, особенно я. Так что нужно настроить несколько таких землянок, так скажем, оборонительных. Да. И, кстати говоря, я удивлен, что ночью снег, а днем типа это стекло, да, это получается. Как это так работает? Типа здесь год за минуту, что ли, чине, я не понял. Знаете, что я вам скажу? Я все-таки на этом сервере играю сейчас не один. Я играю со своими подписчиками, которого зовут Сёма и Василий. Вот, можете познакомиться, вот они. И пофиг, что это мои головы, но как бы они вот, кстати говоря, они как будто одинаковые. Ну, в смысле, двойняшки или как там, спаренные. Но, в принципе, ладно, как бы это уже не важно, я считаю. Самое главное, что они со мной. И мне теперь будет не скучно. Шиза, да, пошла? Ладно. Короче, давайте забираем своих друзей обратно в карман, как бы, и погнали. Погнали! Кстати говоря, на сервере есть мини-игры, прописывайте команду, и вы можете их играть. Вот, например, царь горы... А, кого? Или что это вообще, я не понял. Но я вроде бы тут, а кто? Или где? Или что, я столкнул, не столкнул? Вроде бы столкнул. Ну что, хочет кто-нибудь? Нет, на меня позарится, чине. В общем, тут много всего. За один ролик, я думаю, ты и не покажешь. Но сервер мне нравится тем, что он даже не лагает, не вылетает. С эмулятора все замечательно работает. С телефона так будет тем более. Поэтому залетайте на сервера, вы можете со мной поиграть. Ссылочку, как говорю, оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем удачки, всем пока.